Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре силиконовые приманки от производителя Snasty Good. Называются они Casper. Поставляются в такой внушительной упаковке. Продолговатая, большая. Со всех сторон просматриваем. Можно перед покупкой посмотреть расцветки, как выглядят, как оснащены данные силиконовые приманки. Ну, в плане как оснащены, я имею в виду, как они сделаны. Вообще упаковка в принципе неплохая, но, конечно же, именно как по объему транспортировать ее с собой не очень удобно. Но тут и силиконовые приманки совсем не маленькие. Данные силикошки производятся в России, о чем говорит данная надпись. И из интересного есть наклеечка. Цвет 121, фиолетовая расцветка с черной спиной, длина 165 мм. В упаковке идет 3 штучки. И 6,5 дюймов размер, это 16,5 сантиметров, как уже в принципе и указали. Ну и сзади есть небольшие плюсы данных приманок. Это реальная игра, оригинальная форма, мягкий силикон. Давайте доставать. Упаковку изучили по полной. Приманки помещены на пластиковые ванночки, что, конечно же, большой плюс, так как придут они к вам не замятые. Хвосты не перегнутые, ванночка немножко больше, как по мне, чем требуется, но все эти три приманки здесь отлично помещаются. Силикон, можно сказать, по форме тела это миножка такая, довольно детализированно сделана, довольно-таки продуманная, много тут различных имитаций, верхний плавник, анальный, боковые плавнички, жаберная крышка, имитация глаза, даже рта. И на теле имеются такие интересные выпуклости, которые и имитируют еще и чешую. Выглядит классно. Силикон сверх такой податливый, нежный, мягкий. В воде имеет довольно-таки размашистую игру. И плюс из-за этого еще во время проводки сама приманка обладает таким видимым существенным роллингом. Эта приманка, можно назвать ее уже Big Bait'ом. Или таким переходящим размером, но она в принципе создана для ловли довольно-таки крупного хищника. Оснащать ее можно как стингерами, так же крупной джиг-головкой, стингера-свертышем или джиг-головка с дополнительным ассистом в виде тройничка. Ну, то есть уже много чего придумано для подобных приманок. Все зависит от того, в каких условиях вы будете ловить сильно тяжелые места закоряженные или на открытых, если в каких-то местах, на барханах, при поиске судака, вполне себе стингеры с тройничками имеют здесь место быть. Силикон очень интересный. В принципе, для трех приманок очень недорогой, поэтому для ловли крупного хищника вполне можно себе присмотреть. Сами видите, какой он податливый, какой он мягкий. Это новинка 2022 года. Может быть, даже ничья не копия, а собственная разработка, ну так как выглядит не похожей на приманки. Но, по крайней мере, вся эта детализация очень даже радует. И еще из интересного, тут вот на жаберной крышке есть две буквы SG, Snasty Good. Продуманные силиконовые приманки от российских производителей для ловли трофейной рыбы. Snasty Good, Casper. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!